Какой день, друзья? 25 июня. Мы с вами на центральном пляже. И как вы видите, здесь творится просто какой-то трэш. Видимо, все, кто не поехал в Грузию, поехали на Черноморское побережье. Людей просто неимоверное количество, как мураши. По статистическим данным, в Анапе за один месяц отдохнуло практически 700 тысяч человек. Я так полагаю, что статистика по концу июня, буквально с 25-го, с 24-го числа, побьет вообще всевозможные рекорды. Потому что людей очень много. Вот сказать «очень много» – это не сказать ничего. Ходят мемы, фотографии из китайских пабликов о том, что сколько там людей на пляже. Вот здесь примерно такое же количество, как мурашей. Все купаются, все загорают, все радуются жизни, фотографируются, делают селфи. Погода великолепнейшая, море теплейшее. Это столько радости и столько счастья, что просто вам не передать. Жарко, солнечно. Хотя и пишут, что в Анапе идут и дожди, идет гроза, ничего подобного. Гром гремит, проходит где-то стороной, и все на том. А так солнышко радует вас. Ну, в общем, приезжайте, ребята, сами. Посмотрите на Анапу, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, заходите на наш сайт. Ссылка в описании. Ждем вас в гости.